Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Клон Армии, с вами канал Даридио, у нас обновление, в игрушечке добавили новых юнитов, ребятки, сквад, это команда, да, ребят, команда из трех клонов, это очень круто, надеюсь, сегодня мне они выпадут, ставьте лайк, пишите комментарии, это все очень круто помогает, все ссылочки на игру будут под описанием, можете скачать и тоже играть вместе со мной. Так, ну что ж, нам понадобится голда, давайте ее возьмем. Платеж выполнен, ребятки. Так, отлично, 5000 есть. Ну, сначала я хочу, ребятки, попробовать открыть вот этот редкий, раровский. Посмотрим, что там выпадет. Ну-ка. Так, 6 монет. 15 гигантов. Это у меня есть, отлично. Так. И ДНК. ДНК это очень хорошо, что у нас есть. Начинаем открывать следующий и идем в лабораторию. Откроем. Давайте по одному откроем всех видов. Начнем с эпика. Посмотрим, что из эпического может нам выпасть. Так. ДНК 168. Команда. Нет, это не то. Это другая команда. Кадет. Отличненько. Я даже не знаю, к какой категории они относятся. К редким, к эпическим или к простым. А бустер, отлично, надо будет его тоже прокачивать. Снайпер. Так, вот такие вот клоны выпали из фиолетового. Давайте посмотрим из красного, что нам выпадет. Проверяем. Сегодня нам по-любому нужно будет команду испытать. О, Рокки. Кстати, их виды изменили немножко. Они стали лучше выглядеть, это прикольно. Так, бустер. Дрон. Отлично. Это у нас есть. Команда. Так, это все есть. Да блин, я хочу нового клона. ДНК 339. Наверное, стоит открывать за 1000. Вот там, скорее всего, будет нужный нам клон. Да, ребятки? Сквид. Из трех клонов они состоят. Ну что ж, давайте сделаем это. Надеюсь, мне выпадет. Так, проверяем. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам крутых клонов. Так, рейнджер. Так, отлично. Это для обороны 1400 ДНК. Давайте редких открываем. Лаунчер. Гренадер. Брат. Танк. Да ты серьезно? Не выпало? Боже мой. Пока не выпало, ребятки. У нас еще 3 попытки есть. Мне нужен он, мне нужен. Я хочу сделать на него обзор. Так, сквид. А как понять, какой редкости он находится? Вот не видно, видите? Вот что плохо, что не видно. Ну, давайте продолжим. Выпадет, нет? Выпадет, нет? Рокки. Рейнджер. Снайп. Кто там был? Я чуть не заметил. Так, ДНК. 800 ДНК дали. Нового, дайте нам нового. Джип. Танк. Ё-моё, слушай, ну не выпадает. Я даже знаю, где он может выпасть. Еще открываем. Мы должны сегодня выбить его. Нового клона. Ну уже, пожалуйста, гигант. Танк. Какой редкости они, простой или нет? ДНК. Почему? Нету, ребятки, офигеть. Серьезно, что ли? А как его выбить-то? Ой-ой-ой, у нас последняя попытка, ребятки, до сих пор. Давайте я попробую перезайти в игру. Может быть, что-то это даст. Заходим заново в клон армию. Вот я капец разочаруюсь, если мне не выпадет. То, ребятки, будет другая серия, я думаю. Фу. Тогда сегодня у нас просто открытие какое-то получается. Может, ну я не знаю, есть ли смысл простые открывать. Может, нужно было более простые открывать капсулы. Но если сейчас не выпадет, то все, ребят. Сегодня уже не будет.
Так, эта турелька у нас есть. Так и не испытали. Да ну нафиг, ряд. Ну, других блогеров ищите. Я так хотел, я так хотел. Ну почему нет? Ну почему? Где справедливость? Нет. Ты серьезно, что ли? Мне не дали новых клонов. Ребята, офигеть. Не выпали мне новые клоны. Почему такая несправедливость? Жестко. Так, что мы будем делать? Может, будет турелька прокачать? Пока что поиграть просто. Это хорошая турелька, плюс 5 дамага. Давайте ее прокачаем. До 6 левела. Можешь попробовать открыть простые капсулы. Может быть, там будет. Ну, это старая капсула, не знаю, там может быть они появиться или нет. Я даже тебя открою. Давайте поиграть. Кадет. ДНК. Ребят, мне не выпало, печально. Поддержите, пожалуйста, видеоролик лайком. Я просто все потратил, ничего не получил. Боже мой, это печально, это реально печально. Так, а, кстати, тут можно монетки, за задание можете монетки набирать, копить. Отлично. А, ну и погнали с кем-нибудь поиграем. О, ребята, кто-то нам попался. СКА, 5К, блин! Я помню, в прошлый раз он меня сделал. Есть большая, хорошая вероятность отомстить. Помните, был видеоролик, где он два раза нас победил? Ребятки, вот это... Это будет крутая серия. Если я выиграю, это будет сложно. Я его немножко даже боюсь. Подожди, а мы первый сейчас начинаем. А Второсон первый начинал. Видимо, немножко спустился по рангу. А, ну да, он начинает, я защищаюсь. Боже мой, я перепутал совсем. Так, будем тут стоять. Отстреливаться. А, я не помню, сколько нам первые... 2-3 раза надо будет пистолетчиков брать. Но он жестко будет поступать. Жесткий. Паренек жесткий. Наперед лучше выйдем. Так. А давайте возьмем вот этого, наверное, для защиты, я думаю. Я знаю, чем он пойдет. Он, по-моему, с вертолетом сейчас, вертолетом полетит. Или нет, или в следующий раз. Вот сейчас он вертолетом пойдет. По-любому. Так, используем. Потом за 250 будем брать. Нормально, отбиваемся. Сейчас полетит вертолет. Я знаю, ребят, я знаю. По-моему, в этот раз он вот так против меня сражался. Смотрите. Так, отлично, отлично, хорошо сыграно. Стоим здесь. Неплохо, неплохо мы его отпугали. Теперь я не повторю былых ошибок. Но это будет интересно, ребятки, сражение. В тот раз он два раза меня подряд победил. Значит, он с танка входит. Окей. На этот раз у него не получится ничего. Промазал. А, джип, отлично. Как раз. Да, ребят, разрушили, отлично. Отлично, разрушили. Найс. Жестко, жестко, ребят, жестко он действует. Молодец. Но сейчас не проканает.
Я не знаю, может быть, он даже смотрит мои видеоролики. Нет, дружище, сейчас у тебя не получится ничего. Я подготовился, ты мне два раза побеждал. Пора время отбиться. Так сказать, что я тоже что-то могу. Попробуем все 8 раз отбиться, будет вообще круто. Жестко он действует. Главное, не подставится под удар. Базучика берет, смотрите. Смотрите, что. Так, ну он снес одного. Теперь надо вперед бежать. Нормально, что он будет дальше действовать, я даже не знаю. На вертолетом он навряд ли уже полетит. Потому что уже смысл. Он будет так добивать по прямой. Может быть, кем-нибудь... Наверное, Бастера возьмет, да? Посмотрим. Ну, против него, я думаю, я справлюсь. Нам главное подождать, пока он стреляется. Кто это, гигант? Я не понял. Трясется, гигант. Наверное, Бастер все-таки. Ну да, конечно. Конечно, ребятки. Не, тут я, нам нужно явно ждать. Явно ждать, ребят. Давай, 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 давай. Так, нормально. Нормально, ребятки. Он, наверное, опять Бастера возьмет. Но мы будем отбиваться огнеметчиками. Это сейчас лучшая идея. Огнеметчики самые крутые в обороне. Пока их не урезали, можно не играть. Пока их не понерфили. Надеюсь, их не будут нерфить, резать. Тогда можно будет ими играть. Что, отбиваемся? Я думаю, мы отобьемся все 8 раз. Сложно против него, сложно. Опять брата берет так наверх. Ну все, 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 ребят. С 8 попытки он таки сделал меня, молодец. А теперь моя задача какая, ребят? Моя задача постараться побыстрее победить. Но он может отбить все мои атаки. Так, давайте посмотрим, что у него. Так, в принципе, не такая уж прям у него крутая база. Можно брата даже сразу взять. Нужно было по прямой бежать. Так, что мы тут будем делать? Немножко побаиваюсь его, но думаю, я должен отбиться. Он уже чинит, смотри, чинит. А не, рано, 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 я тороплюсь. Пока берем пистолетчика. Надо вот этого убить. Лучше подготовиться получше. Так, отлично. Тут мы убиваем его, да? Потом турельку надо будет убить. Все, брата можно брать. Давайте возьмем. Где он, где он, где он? Или давайте, в принципе, да, давайте возьмем киборга. Тут киборг хорошо подойдет. Давай-давай-давай.
Слушай, ну блин, ну жестко. Может даже двоих киборгов взять, чтобы отбиться от них. Я думаю, так и сделаем. Пока что берем киборгов. Или давайте, знаете кого? Давайте рейнджера возьмем. Он покруче будет. Да, он медлить, более медленный, но он посильнее будет. Ой-ой-ой. Ай-яй, больно. Все, отбились, ребята. У меня есть еще 55 секунд. Там турелька будет, да, по-моему? Нет. Турельки нету. А, вот она. И меня слили, ребята, меня слили. Я думаю, я простыми смогу все-таки отбиться, добить. Он уже никак не отобьется. Ну все, ребят. Я думаю, это капец. Бастера взять? Нет, не будем брать. Фу. Жестко, жестко. Так, ну парень довольно-таки часто заходит в игру. Наверное, обновление вышло, он захотел... О, мы его сняли тоже. Нормально. Так, отбились. А теперь ждем других. Когда пойдем. Чтобы за ним идти. Нормально, ребятки, нормально. Хорошие бойцы. Так, отлично. Сделали это. 6-й попыточки, ребят, мы смогли это сделать. Ну ты молодец, в прошлый раз 2 раза подряд не победил. Хороший игрок, но мы поняли, как против него бороться. Да, ребятки. Так, и 50 серебра нам в подарок, да, дали, отлично. Начинаем открывать. Пока что нового не выбили, но я думаю, ребятки, я сделаю попозже еще серии, и мы все-таки выбьем их и посмотрим. Но они будут дорого явно стоить, представьте себе, 3 клона одновременно. Это будет что-то прикольное. Так, также можем прокачать, я думаю, стоит, да, плюс 12 дамага, давайте джип прокачаем, скоро 7-го уровня он будет. Кем мы еще часто пользуемся? Бустером что-то я не так уж часто пользуюсь. Знаете, кого надо было прокачать? А, нет, у нас на рейнджера мы не сможем прокачать. А тут у нас будет... самое главное, чтобы хила было больше, да? Так, ну, в принципе, неплохо. Им тоже пользуемся, в принципе, ну ладно. Не будем пока прокачивать. ДНК нам пригодится на что-нибудь крутое. 241... Надо подумать, кого лучше прокачивать, ребятки. Обязательно подумаем. Ну а пока что я с вами прощаюсь, с вами был канал Дариди. Спасибо, что поддерживаете канал, ставите лайки, пишите комментарии. Еще будет много-много чего интересного. И всем до скорого, хорошего вам настроения, всем пока-пока.